көшірмемелері Америка Құрама Штаттарының Конгресс кітапханасы қорынан алынған. Сіздердің назарларыңызда салыстырмалы Орталық Азия мен Солтүстік Америка халықтарының байырғы көшпенді салтын дәріптейтін таң ғажайып көрме. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на открытии уникальной фотовыставки «Туган жер, родная земля». Это прекрасный подарок жителям нашего города в преддверии празднования Наурыз Мейрамы от американского посольства. Фотовыставка «Родная земля» стала своеобразным мостом, которое впервые объединило в себе два монументальных этнографических проекта. Это «Туркестанский альбом» и североамериканские индейцы. В этих фотографиях отражена номадическая культура народов Центральной Азии и Северной Америки, запечатлевшая то, что навсегда осталось в истории. Все репродукции на данной выставке являются цифровыми копиями из коллекции библиотеки Конгресса США. А сейчас слово предоставляется специалисту Восточно-Казахстанского управления культуры Омаровой Гульнар Хамбарқызы. Добрый день, уважаемые гости. Разрешите от всей души вас поздравить всех с открытием этой выставки «Родная земля», которая была предоставлена библиотекой Конгресса США. Мы хорошо знаем, что наша библиотека и посольство США очень близко сотрудничают, и благодаря этому сотрудничеству реализованы многие проекты, призванные укреплять нашу дружбу. Также эта выставка приглашает нас вернуться к истокам народа и культуры и традиции. И именно эта выставка приурочена к Наурыз Мейрамы, олицетворяется начало года, начало новой жизни. А сегодня этот праздник стал праздником дружбы народов. Разрешите от всего коллектива, от областного управления культуры поздравить вас с наступающим праздником Наурыз. И хочу вам выразить сердечную благодарность посольству США в лице координатора за сотрудничество. А всем гостям я желаю хорошего просмотра и получения новой полезной информации. Спасибо. Проведение фотовыставки «Родная земля» было предложено Генеральным консульством США в Алматы, обозначив еще одну точку соприкосновения для межнационального диалога. А сегодня у нас в гостях координатор программы американских уголков посольства Америки в Астане Баян Шаку. Приглашаем вас для приветственного слова. Добрый день, дамы и господа. От имени посольства США выражаю глубокую благодарность за ваше участие в сегодняшнем мероприятии. Как вы уже слышали, эта выставка посвящена сравнению народов Северной Америки и народов Центральной Азии, в частности Казахстана. Сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть часть большой коллекции, полная коллекция состоит из 80 фотографий. Сегодня вы увидите часть, и я думаю, откроете для себя невероятные сходства между кочевыми племенами индейцев и казахов. Хочу выразить, конечно же, глубокую благодарность библиотеке, директору КБМ Азаканами и всему коллективу за продолжение нашего тесного сотрудничества. Не забывайте, если вы интересуетесь в дальнейшем культурой США, образованием США, обращайтесь в библиотеку и в американский уголок. Спасибо вам большое.
сегодня нам преподнесли не просто подарок фотографии туркестанского альбома, но показали их в сравнении с кочевыми племенами Америки. Действительно, безумно интересно сравнивать то, как жили наши предки. И если это традиционная культура, то всегда, поверьте мне, можно найти очень много параллелей. Наверное, это связано с тем, что все мы веточки одного корня. И когда-то давно-давно наши культуры всех людей на Земле были очень схожи. Even though you saw the different pictures of how the cultures were similar, most of the Indians just portrayed in these photographs are from the central part only of the United States. Он говорит, что те фотографии, которые вы видели, вы можете видеть большую разницу между людьми, которые там изображены. Это разные племена, но все эти племена, они из центральных штатов Соединенных Штатов. In my state of Oregon, we have over 30 different Indian tribes. Например, если говорить про его штат, про Орегон, то только на его территории проживает более 30 племен. If you were to compare the pictures of the Indian tribes of Oregon to the pictures that you saw today, they would look very, very different. И если вы захотите сравнить фотографии индейцев, которые живут в штате Орегон, и тех индейцев, которые показаны здесь, они будут тоже очень сильно отличаться. The tribes of Oregon were isolated from physical barriers such as mountains. Они будут очень сильно отличаться, потому что уклад и обычаи людей там очень сильно разнились. Индейцы, которые проживали в штате Орегон, они имели большие натуральные границы в качестве гор. They did not live in teepees, they lived in homes that were made out of logs that were flat roofs. Поэтому они жили в своеобразных землянках, они не жили в вигвамах, да. Many of them did not wear the fancy headdress that you saw. И многие из них не носили тех таких нарядных головных уборов, которые вы могли здесь увидеть. And their clothing was made out of bark from trees, and they ate mostly salmon and berries. Они питались в основном различной растительной пищей, то есть различными семенами и прочими вещами. The Indians that you saw portrayed in these photographs ate mostly a diet consisting of buffalo and deer. Индейцы, которые вы можете видеть здесь, они в основном питались буйволами и оленями. The Indian and the culture of the American Indians today is very much alive, even though there have been changes over many years. Most of them do not speak the native language because, as I was telling Alec, there is no written alphabet. И очень интересная особенность у этих людей, которые проживают в племенах, язык и речь, она не имеет истинной формы, то есть у них нет алфавита. И поэтому все эти знания, которыми обладают люди, все эти языковые знания и культурные, они передаются только из уст в уста, из поколения в поколение. So you can see the problem this would create if I desired not to learn my native language, if I stop learning it, the language dies with me. Поэтому у молодого поколения, настоящего времени индейцев, на них лежит большая ответственность, потому что если они перестанут учить их родной язык, то он просто вымрет. Thank you very much. Спасибо большое. Друзья, в дополнение к фотовыставке организована книжная экспозиция, где вы можете познакомиться с традициями, обычаями и историей казахов и американских индейцев. Позвольте поздравить вас с праздником Наурыз, пожелать вам счастья, изобилия и любви. Для вас небольшой сюрприз. Примите наше шашу, угощайтесь сладостями и знакомьтесь с фотовыставкой. А кто желает сегодня поучаствовать в викторине и получить замечательный приз, приглашаем на викторину. Приятного просмотра и до новых встреч!